В Алматы выявили первого пациента со штаммом Дельта. Об этом сегодня рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. В том, что это именно Дельта-штамм, специалисты убедились, получив результаты секвенирования вируса, полученного в одной из проб. Эксперты напоминают об особенностях этого вида коронавируса. Он быстро передается от одного человека к другому. При этом инкубационный период индийского штамма составляет неделю. Жандарбек Бекшин не исключил, что после обнаружения Дельта-штамма в Алматы могут быть введены новые ограничения. Все зависит от нас всех вместе взятых, поскольку только в едином комплексе мероприятий мы сможем говорить, что будет ли, не будет локдаун. На сегодня этот вопрос не стоит. Один случай, вы уже про локдаун говорите. Надо лучше говорить, нам нужно, как не допустить локдауна. А для этого надо вакцинироваться и выполнять все ограничительные меры, которые перед вами ставят эпидемиологи.